слову, по информации Комистата, ежемесячно каждый житель республики образует в среднем 17 килограмм мусора. И по разным оценкам от 20 до 50% мусорной корзины составляет пластик. Сортировка и переработка могут существенно сократить экологическую нагрузку. И, к слову, в Коми есть успешные примеры. Так, ученики столичной 24-й школы с марта прошлого года каждые две недели сдают собранный пластик, из которого затем изготавливается тротуарная плитка. Учащиеся уже собрали более тонны пластика, а перерабатывающая компания предоставила плитку для благоустройства школьного крыльца. Проект на этом не остановлен. В планах выложить плитку-дорожку от ворот до центрального входа в школу.